В селе Сарысу области Улытау открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен по программе «Аул Ельбесыга». Проект реализовали почти на 108 миллионов тенге из средств национального фонда и областного бюджета. Ранее пункт находился в приспособленном здании. Теперь жители села смогут получать медицинские услуги в современном комфортном здании, оснащенном необходимым оборудованием. В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще 8 подобных медучреждений. Здесь будут оказываться первая медицинская санитарная помощь населению. Также будут проводиться профилактические работы для населения. Полностью обеспечен штатами. Здесь работает фельдшер, акушерка, медицинская сестра, младший медицинский персонал и водитель. Раньше больница находилась в здании старой постройки. Там условия были хуже. Теперь новое здание светлое, теплое, удобное. Жители очень довольны.